ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Куда едем, скажи? Едем куда? Едем за кабанами. Кабаны нас ждут. Ясно. На север, будем наша любимая Ростовская область. Дорога предстояла нам дальняя, в места шолоховские, необычайно красивые и богатые дичью. И мысленно мы уже были в зимнем лесу, в застреле. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны. Триста верст для охотника, конечно же, не расстояние. Тем более, боевой настрой на удачу и небольшие остановки в пути ускорили колесо времени. А посему путь оказался не таким уж долгим. Вешенские места необыкновенны, да потому что здесь жил Михаил Шолохов. Он увековечил самобытную жизнь донских казаков, а сегодняшнее поколение еще и в скульптурных изваяниях. Грех мимо проехать, не сфотографироваться. Орла было видно. Сейчас мы... Орла видно? Орла. Ну орла да. Видно? Орла видно. Мы сами как орлы. Он маленький, как ворона. Александр, где находимся? Станица Вешенская. Это как бы край нашей географии, край Ростовской области. Ростовской географии, да. Вот. Сосны здесь уже и по 50 лет можно снять. Сейчас обязательно снимем, конечно, да. И берем сейчас лицензию, показываем на кабана и... И едем, да? Два больших. И два больших. Лицензии на отстрел оформлены. И вперед, на засидки, Вешенский лес. Очень большой. Очень большой. Сейчас вы нас увидите. Мы надеемся. Хорошо, давай, давай, давай. Давай, Александр, меньше. Давай, больше кабанов, больше кабанов. Да, давай, давай. Это голубой такой, блядь. Лес. Вот мы сидим с Александром Геннадьевичем здесь. Вот отсюда, по идее, должны выйти кабаны. Ну, если да. Не выйдут, потому что их спугнули другие охотники, мы немножко на них покачали. Да. Не сензонная броня, но я думаю, они поймут и следующий раз снимают. Зимний лес. Как мы увидим здесь, с этой вышки. К сожалению, в первый вечер кабанчик не вышел. Но все самое интересное было впереди. Как мы мясо называли. На следующее утро готовимся к загонной охоте. И как положено, инструктаж под роспись. Леха расписывается за безопасность. Окропим снизу. Окропим. Обязательно. Да, давай, давай, давай. Обязательно, а как же? Сергей Васильевич вооружился на кабана. Говорит, добивать буду.
еще порезал. А ты ж удмуртский опыт-то помнишь, как это в сердце вот дым? И снова на охоте пацаны свинцом исправно уток поливают, а в плавнях каблучками по стеклу горошинки чечетку отбивают. Известно, у кого синий в цене, но на шурпу барашка мы прихватим, и, может быть, еще прихватим кое-чего, за что всегда отменно мы заплатим. А нам бы мамонта да пожирней, чтобы оторваться, ух, на всю катушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой. Леха идет. Привет. Ну где? Видел? Кабан. Видел? А? Лесу видел? Нет, я лесу не видел. А леса была больше. Была леса, да? А? Не, я не видел ничего. Война войной, а обед всегда по расписанию. Это святое правило охотника. То есть, а нам бы мамонта, да пожирней, чтобы оторваться, ух, на всю катушку. Ну а пока, да ты че, давай, это нам надо, удача нам нужна. Возьмем на мушку, ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Приехал из Самары к нам дружба, чтоб душу отвезти, да, свою лихую. И под душу левого бедра, добычу он повесил неплохую. А ночью с рюмкой водки у костра, друзья, и нет здесь места сучьим детям. Равны все как один, и мент, и гражданин, на остальных же мы набросим сети. А нам бы мамонта да пожирней, чтобы оторваться, ух, на всю катушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Вот чей-то выстрел утку пригласил за щедрый стол немножко отобедать. Ведь знала ж, что резвятся пацаны, об этом не могла она не ведать. Так повелось еще спокон веков, мужик без приключений быстро сохнет. А если ж он еще под женским каблуком, то он, скажу вам честно, просто сдохнет. А нам бы мамонта да пожирней, чтобы оторваться, ух, на всю катушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Ну а пока, браток, налей, под мухой муху мы возьмем на мушку. Последний загон. Гайщики гаят. Кабан вышел. Но промахнулись. Едем по снежному лесу. За кабанчиком. За подвал. Утро следующего дня. Результата пока нет, но охота продолжается. Значит, у нас несколько человек выбыло из бригады. Уехали. Поэтому охотиться будем на первый и второй. Сначала будут идти первые номера в гай, потом меняться вторые номера. Да, пожалуйста. Карабином сразу выйти. Карабинеры не идут номера. Карабины не идут номера. Нет, больные, да, есть. Хромые. Расставляются номера.
и охота началась. Стоишь на номере, замираешь, слышишь каждый шорох. Чу, может быть, мне сегодня повезет, и зверь выйдет на меня. Вышел, но только лось, и стал наблюдать за мной. Стою на номере, передо мной стоит лось. Вот он, лосяра, стоит. Я на него смотрю. Он смотрит на меня. Это лось настоящий. Лось стоит. Правда, без рогов, без ничего. Видишь, лося? Еще ближе. Вот он, лось. Лосяра стоит. Стоит и смотрит на меня. А я на него смотрю. Здорово. Вот это лось. Сейчас я в нем прицел посмотрю. Гайщики кричат в лесу. Грязь сегодня еще не пролазит. С неба мразь, словно бог без штанов. К черту дождь, у охотников праздник, им сегодня стрелять кабанов. Били в бедра и гнали к болоту, вытирали промокшие лбы, презирали лесов по золоту, поклонялись азарту борьбы. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Вылетали из ружей шаканы, без разбору разя наугад, словно весело бил в барабаны боевой пионерский отряд. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка на стол. Только полз присмиревший подранок, замороженно глядя на ствол. А потом спирт плескался в канистре, с Балазар будто выигран бой. Снес под ранку полчерепа выстрел, и рога протрубили отбой. Вы, егери, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Это для кино. Ножи точатся. Вот так вот начинается разделочка. Раз, давай раз, раз. Так и начинается разделочка. Да, ну, в нашей компании все равно, как говорится, да? Вечером охота продолжилась с вышки. И было очень результативно. Поехал наш трактор. А вот вышечка, на которую сейчас ребята сядут. Вот она стоит, вот она. Классическая охотничья вышка. И все зверье вокруг нас терпеливо ждало, когда мы продолжали за охоту пить. И за охоту, ну и за коллег по цеху, которые сейчас, как мы, с ружьем в лесах. Вечер, стемнело. А под вышкой бродит лиса. Ну,
сниму, как мы здесь вдоль елочек едем, вдоль сосеночек. Красота неописуемая. Едем. Как в туннеле. Как в туннеле, да. Ой-ой-ой, охота, я домой. Хочу, душа не отпускает. This is the beginning. Давай выкинемся. Ой, каратыша, каратыша. Герман, если такой туда пошел, бы, он бы был бы ты угла. Не надо, не бей, ну, если давай. Ну, надо было вдать не, ну, тебе с оптики. Я говорю, ну, каратышом достаю. Да! Надо было обоих убить. И пошел встановить сюда, я и второго раз. Когда наш Кир толпу вокруг стал собирать, что было дальше, вспомни страшно, да и коты. 15 суток получили, вот облом. Арестовали нас за русскую охоту, в нетрезвом виде в старом парке городском. Ой-ой-ой, охота, что со мной?